жертва один, что ты известный, принципиальный судья. И, конечно, следствие и суд определят, но очень похоже, что он пострадал именно из-за своей честности, принципиальности и неуступчивости. После его гибели появилась, в том числе в средствах массовой информации, информация о том, что ему угрожали, однако он отказывался от охраны. Это не так. Эдуард Владимирович рассматривал сложные уголовные дела, и что такое угроза, в том числе и угроза личной безопасности, прекрасно понимал, поскольку каждый день имел дело с такими фактами.